Добрый вечер, мы в Иркутске. Сегодня 28 января, второй раз, когда мы приехали в Иркутск, этот прекрасный холодный город. Но сегодня этот город был очень жаркий. Ассаламу алейкум, добрый вечер, Иркутск. Ежедневный газостав. Как вам вечер, лезгинки? Великолепно, очень здорово, я прям в восторге. Мне очень все понравилось. Ей очень-очень все понравилось. А тебе понравилось? Конечно, да. Замечательные. Вы сами просто клевые. Очень замечательно, классно. Вы прекрасные и очень зажигательные парни. И прям мы зарядились энергией. Ваша энергия – это очень круто. Восхитительно. Мне очень понравилось. Очень круто, очень такая крутая, мощная мужская энергия. Очень-очень пару слов. Все великолепно, честно. Сегодня выступили прям на все 100. Шикарно, такая энергетика, такое настроение, такие мужчины. В Иркутске вам теплее стало хоть на чуть-чуть? Да, конечно, тут все в огне, конечно. Говоря, даже прослезилась, когда вы вышли. Какие-то необъяснимые чувства. Вы такие крутые, вы такие клевые. Я рада, что сегодня попала сюда, вас увидела. Вы молодцы. Спасибо, что дарите эти эмоции. Она готова выйти замуж за кого-нибудь. Я знаю, за кого. Все понятно. Я уже понял, про кого она говорит. Только харизмы в глазах, в улыбках ваших. Очень долго ждали и дождались. Даже как-то, знаете, теплее стало. Привезли с собой такое тепло. В холодном Иркутске стало намного теплее. Базаром бомбировать. Все бомбово, спасибо, что приехали. Вы гордость нашей нации. Вы большие молодцы. Спасибо, ребята, вы вообще большие молодцы. Кавказ есть Кавказ. Аж
Сердце дрожать начинает. Я даже боялся здесь сидеть, стоял, специально оттуда наблюдал. Очень понравилось. Мне тоже очень-очень нравится. Вот эта энергетика мужская, я согласна. И я смотрю на вас, вы танцуете и улыбаетесь. И когда вы делаете жесты руками, открывая грудь, мне кажется, прямо оттуда потоки какие-то энергии. Вы, это вот, знаете, люди, вот, которые действительно наши нации кавказские, вы вот прославляете. Сибирь — это то место, которое вас очень любит и уважает. Спасибо. У меня просьба к вам. Как можно чаще приезжайте. Приезжайте. Чего бы вам этого не стоило, вам спасибо большое. Вы наше будущее, вы наше лицо. И дай Бог здоровья вашим родителям, которые воспитали таких достойных детей. Всем привет, меня зовут Тимур. Все отлично, хорошо, очень нравится. Спасибо, что приехали, приезжайте еще. Это был Тимур Царикаев, специально для вас. Многократный чемпион России. Это какое-то нереальное, крутое. Это нужно в крови вот это все иметь, чтобы так вот в такт вот это все. Я не знаю, почему вам не больно. Вы такие трюки делаете. Ваши носочки прям, я готова их целовать. Вы нам привезли кусочек гор и кусочек своей великолепной древней культуры. Поэтому вам здоровья, процветания, любви. Это ежедневник Гаса Стайла. Мы в Иркутске. Если вы еще не поняли, этот холодный город стал намного теплее. Энергетика просто супер. Очень хочется пуститься в пляс сразу вместе с вами. Это непередаваемые впечатления. Это такие эмоции, которые, ну, не передать через камеру. Это надо ощущать здесь, на месте, на иркутской земле, с кавказским акцентом, с кавказским настроением. Мы этим прочувствовали. Спасибо вам за сегодняшнее выступление. Вы такие крутые, талантливые. Я говорю, мы сидим и просто в восторге. Мурашки по коже, правда. Мы очень рады, что вы к нам приехали в Иркутск. Приезжайте еще. Что очень здорово было. Спасибо вам большое. Приезжайте к нам еще. Мы вас будем очень ждать. Нужно собирать стадионы. Эта площадка слишком мала для вас. Спасибо, что приехали в наш холодный Иркутск. Пару дней назад было минус 45. Просто восхищена. У меня уже полвечера просто мурашки по коже. Каждое ваше выступление мурашки по коже. Это драйв, это кайф. И очень энергично все это. Единственная просьба, вот я надеюсь, в конце, чтобы вы представили, вот у вас интернациональный коллектив, представили каждого, какую республику представляет, чтобы вот прямо понять где-то различия танцев, да, то есть для себя. Это мы учтем, это мы все сделаем. Сегодня же мы это все сделаем. Я помню. Ну, аздахата кукафтун. Ты чего не помнишь? Конечно, конечно. Спасибо, ребята, спасибо. Ну, кусочек родины привезли. Я сижу просто в диком восторге. У меня мурашки, у меня энергия прет. Одни положительные эмоции. Очень классно. Научите меня, пожалуйста, танцевать. Красивое имя. Я еще 2 года назад, я помню, это имя. Луана. Или правильно? Правильно, да? Это я помню. Тот год тоже мы спрашивали, как вам вечер лезгинки. Сравнение вот с позапрошлым годом. В этом году мне гораздо даже еще больше понравилось, потому что еще больше энергии, еще больше харизмы. Я вот мужа привела приобщить, потому что он впервые на таком мероприятии. Рада, что ему тоже нравится. Так что вообще очень рада, что вы к нам еще раз приехали. Мы стараемся только для вас. Очень так необычно, драйвово так впечатляет. Даже жалею, что не умею сам. У вас день рождения. Мы вам желаем от всего нашего коллектива, от Аса Стайла, здоровья, счастья, кавказского долголетия вам. Как бы получается, вы отмечаете у нас. Это что-то невероятное. И у меня была прямо вот цель свой сегодня день рождения отметить здесь. И я очень довольна, правда. Спасибо вам огромное. Мы второй раз уже на вечере лезгинки. В прошлый раз мы тоже были. И как обычно, мы в восторге. Вот у этой девушки недавно было день рождения. Получается, вчера. Что ты ожидала, что ты не ожидала? Я благодарна, что вы приехали. Это действительно была моя мечта, еще как первый раз я увидела, когда...
спасибо вам, ребята, вы сделали мой вечер, это все мой праздник. Я самая счастливая, я даже объяснить на эмоциях не могу, насколько мне нравится. Я влюблена в вас с первого взгляда. Вам процветания, а мне очень-очень много денег, чтобы мы исполнили мечту и с Иркутска полетели в Таиланд. Мы полетим в Таиланд! Сегодня 29 января 2023 года. Мы вновь приехали в Иркутск на Байкал. Итак, сейчас мы прокатимся на вот этой подушке. И мы на ватрушке едем с Сибиром. В прошлом году не получилось покататься, в этом году это случилось. Сбылась моя мечта. Спасибо нашим организаторам. И вот мы. Сейчас мы приехали на воздушной подушке здесь. Здесь чуть-чуть льда. Вот он, пошел. Здесь очень красиво, честно, но... Я могу сказать, что сюда можно приезжать каждый день. Не, ну вот ты чем занимаешься сейчас? Я хожу тут... Видишь, как принимают здесь? Машину дают, квартиру дают. А чё не останешься? Обстоятельства, да? Не все так просто, как кажется. Мы опять домой. Домой. Hi man, you okay? I'm okay, my friend. Yeah. Now we're going home. Yeah. И вот мы в аэропорту вылетаем в Екатеринбург. С Екатеринбурга минеральные воды, оттуда в Дубай. Он дело говорит. А ты? Короче, вот мы заходим в отель Урал Аэрос. Спасибо, Иркутск, очень приятно, очень-очень приятно, очень хорошо встретили, спасибо вам. Это ежедневник со стайл, и мы летим домой.